Если гитара у тебя строит, дядя Ваня, то мы тут... Ну, почти, да. И, конечно же, да, почти. Ты уверен? Ну, естественно, мы начинаем, все видят Элвиса, либо Парлона на него. Да, спасибо. И все ждут чего-то, вот вы знаете, чего. Олдскульного, как бы связано. Ну, да, либо вот эту песню. Выпускает пар транссибирский паровоз, дом его родной. Полетел в далекий край, где шумит прибой. Там девчонка из кафе при вокзальном голубом, на конечной станции ждет его давно. Аллилуйя, опять же, Михаил Филиппович Джеггер, люблю его, обожаю. Мы сделали такое, ну, такое свое видение. Песня «Паук и муха».
том, как дальше жить. Дым и кашель вроде не пропащий. Жду того, с кем можно будет дальше пить. Но я люблю одну девушку свою, сказавшую мне как-то раз: «Хай-хай-хай, прекращай, не забывай, какой ты есть. Хай-хай-хай, прекращай, плести свою паучью сеть. Скажешь мне «хай», лучше не зевай, один прыжок и ты ушел. Ладно, хватит, слышишь, хватит, я смываюсь поскорее ближайший парк. Жирный тоник, я почти дальтоник, но плотинку вижу слева экземпляр. Говори «хай», громко не вздыхай, ты уже попала в сеть. Come on, let's get it! Бабы, чипсы, разных много, черных, белых, золотых. Седые бэйби и опытные леди, но микрофон для всех, после меня один. И я кричу «хай», давай налетай, вы уже попали все в сеть. Я знаю, такой дядька есть, Валера. Валера? Лысенко. Лысенко. С такой вот фамилией хорошей. Он белгородский, оказывается. Это группа «Мистер Твистер». Мы с ним пересекались. На самом деле, я такой древний, что мы пересекались с ним еще в 86-м году. И молодые такие харьковские, которые показали, что мы такие классные, мы такие пижоны. Когда приехали в Москву, там вообще стильные чуваки, просто классные. И вот мы решили исполнить песню. Усманов сказал: «Ну да, Элвис одобряет, играйте, ладно, они классные. Вы классные ребята». Не нужно нам таблеток, не нужно докторов. Выписи микстуры, не буду я здоров. Нужна мне рок, терапия, здоров. Thank you.
значит рок, терапия. Попробуй рок, терапия. Затарим птицы белыми выигрыши. Рок-терапия, это рок-терапия. Всю пластинку рок-терапия. А ну-ка давай, а ну-ка, дружок, а ну-ка давай, отпевай. Версии это будет песня про смартфон. Чуваки, не забывайте пароли ставить на свои телефоны. Окей, поехали. Теперь я точно знаю, пацаны. На лишней шкуре знаю, пацаны. Зачем пароли сложные нужны? Прощай, мой, но смартфон. Прощай, мой, но смартфон. Прощай, мой, но закон. Прощай, мой, но закон. Ну тебе колени, я ваш чемпион. Я в жизни никогда так не тупил. И даже когда в скайпе подкатрил. А тут забыл, где свой айфон закрыл. Прощай, мой, но закон. Прощай, мой, но закон. Прощай, мой. Песня про аллигатора, ну надо про еще про девушек немножко, да. See you later, alligator. Когда увидел эту бэйби, и я другой стал человеком. Когда увидел эту бэйби, и я другой стал человеком. Я спросил ее, в чем дело, она сказала мне в ответ. Вали отсюда, аллигатор, кати быстрее, как ходил. Но это мог, теперь мой снег. Я стоял и только думал.
прости немного, я туплю. Я не готова просить нюансы всех кибавских L.U. И я скажу «Привет, my baby», а лучше просто так спою. Вали отсюда, аллигатор, я здесь быстрее крокодил. Вали отсюда, аллигатор, я здесь быстрее крокодил. И тоже просто не врубилась, но рок-н-ролл теперь мой стиль. Вали отсюда, аллигатор, я здесь быстрее крокодил. Ну, опять же, Кейл Уисл возвращается, только перед этим я, ну, классное, классное заведение, мне всегда почему-то вспоминаются всякие, ну, анекдоты, ну, не детские, а вот хорошие, добрые анекдоты про, вот после засыраем мы, я расскажу, это музыкальные анекдоты про Василия Ивановича Петьку, я обожаю. Отдохнуть. Ну, я вижу, что долго, но это интересно. Помните момент, когда эти мужики сейчас решили... Сейчас, бандуры! Сейчас, подожди. Мужики решили под... Вот, Василий Иванович, чтобы типа подколоть его и сказать, Василий Иванович, а вот вы за большевиков или коммунистов? Там был момент, помните? А он такой, ну, я за... Ну, нашелся, человек такой. Вот он нашелся, я сказал, я за коммунистический интернационал, и все, отрубил. И тут вот этот вот гадкий вот этот его политрук, как его фамилия этого... Фурман. Решил тоже подколоть. Василий Иванович, а вы за какой? За третий или четвертый? И тут же нашелся Василий Иванович, конечно, и ответил, рубанул просто. А Ленин в котором был? В третий. Вот и я за третий. Я почему-то прививлю, чтобы вы поняли анекдот. Анекдот о том, что Василий Иванович, ну, привет, картошка. Можно? Ты привычки не добьешься. Василий Иванович, что, Петька? А вот вы за Битлз или Роллинг Стоунс? Чёрный во... А Леннон где? А вот это круто! We'll be right back.
еще поспать. Идет. Девочки, во всем романе.
крестам, более древним, хорошим крестам. Все знают эту песню, я еще малый там тусил, когда родители в белых рубашках танцевали. Ой, последняя, любимая истеричка, она называется в нашей версии. Бара-бара, били-били, бара. Зачем все это покупать? Все эти шмотки.
Окей, ну перейдем, перейдем еще одна коротенькая, только музыкальная, в этом клубе музыкальная про Чапаева. Василий Иванович был в Англии, там, по командировке, ну не знаю, очень не важно, приезжают. Петька, ну, Василий Иванович, как там, как там? Нормально, Петька, нормально, а с Битлз там записали альбом. Василий Иванович, ну что ты, да какой Битлз, какой? Ну помнишь, там у них это, ну, Come Together, там, вот это, Come Together. Ну да, слышал, да, и вот это я шашкой махал. Вороном на березе заняться нечем, родной, пели на ком колхозе. В сарае хрюкнет доски, ходячая колея, а после скидки моя села тело грека. У клуба на скамейке кукарша из замута все шейкера греки. Ручки-ножки, галактей рукава и даже нитки рожки. Пугается во дворе соседская семейка, а может хорошо, что села белогрейка. Кстати, ну, если у кого-то есть какие-то лишние пенёнцы, как говорят поляки, то есть на несколько дисков завалялось, ну, может быть, купить их, это я так скромно. Вот. А вообще второй альбом уже как бы на подходе, и там будет как раз... Он... Цена смешная, просто. Очень смешная цена, там даже... Я... Подожди, там... Ну, неважно, да, это там... Конечно. А второй альбом будет, кстати, вот я состоять из... Мы решили пройтись по нашим доморощенным там, рокерам, около рокерам, ну и просто для рокеров. Хорошим людям. Кобзон. Кстати, вот представляю, как... Не, у него, наверное, мощный парик у Кобзона. Он там с проветриванием, с кондиционером. Это тяжело, реально, чувачки. La 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 la.
зальем, сливу зальем, сливу зальем. Окей, мы продолжаем, и еще один анекдот, но чуть попозже, там, надо философский, очень философский, не музыкальный, про опять же. Оу, опять, Мик Джаггер, обожаю, короче, сейчас, секундочку. Маленький помощник мамы. Веселый блок, так что можно, ну, танцевать, если нервов узел перенапряжен, пошла срочно отдохнуть от жен. Сняли хату, запаслись буклом, мы собрались с тобой в летний пол. Только сели на диван, Коляну звонит жена, Алешка не спала, пропила, пока соседи снизу залета, походу на таксо, когда домой сбегает. Давай, 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 давай
жили. Расскажу, что посмотреть любимую Люлину. Ну тут во всем районе вырубили свет. Завтра еду на море, все решено. С моей любимой женой и с тещей, и держи подруг. Я уже вижу во сне, солнце под ней море вокруг. Я в субботу копил, за любовь пахал. Я ничего не грубил и почти не пухал. Но как мой выходным или другу друзей, но не в ресторане, и я каждый день короче. Едем на море мы, но не хватило немного, на суше среди белой мши, а мы здесь не пересекались, и вот название тогда уже это было, мне так понравилось, они эту песню звали, я не знаю, какие песни, все «Кони бегут», и мы решили сильно написать про чуваков, которые вот как кони бегут. Бегом, бегом, чуваки, бегом, бегом.
Последней серии. Он мне очень нравится, он один из моих любимых. А, Петька Василий Иванович спрашивает. Василий Иванович, а правда ли, что вы еврей? Видите ли, Петр? Все, это из анекдота. Yeah.
суета бывает такое, когда соберешься, там, чуваки, давай споем, а тут, мальчик, да, с текстом всегда проблемы были. Эта песня посвящается, всегда мы посвящаем этим двум замечательным женщинам, Кларе Цинкин и Розе Люксембург. Не знаю, почему. Что-то как-то. Well, все папы дуры, все на свете, об этом знают наши дети. Все папы дуры, все на свете, и в космосе, и на любой планете. Все папы дуры, все дети, все крокошом, все крокошом, все кроме наших. Шоу! Спросите у любого из мужчин, кого нельзя сажать за руль машин, из-за кого все ДТП, все скажут, что из-за ДТП. Все бабы за рулем, как и вы, всегда на лимузинах джипа-фуры. Все бабы дуры, все дуры, все кроме шоу, все кроме шоу, все кроме наших шоу. С айфона, кто красит рот помадой яркой, невкусною и очень маркой. Все без разбору бабы дуры, с фигурою и без фигуры. Все бабы дуры, все дети, все кроме шоу, все кроме шоу, все кроме наших шоу. Thank you.
говори мне там, что если чё не видно. А если чё, чтоб оба не сразу видно. Вот перед дамами не стыдно, перед пацанами солидно. Напей, так духи на лиме, дядя. Напей, так духи мне свои сплата, дядя. Иди нахер. Значит, налью на стол другого дяди. Значит, налью на стол бесплатного дяди. Значит, налью на стол и себе, и папе. Значит, налью на стол простого дяди. Посвящается всем, поймут те мастера тату, которых, ну, иногда вот клиент же достает. Небольшая пауза будет чуть-чуть, ну, чтобы между первой и второй. Ну, так, короче. Давайте. Как затяжная пауза? Давайте. Иди нахер. А, да? Хорошо, ладно, еще Рамштайн. Рамштайн группа, они написали для меня. Бухать вещи. Да. Ну, мы подумали, что да, нужно будет внести элемент какого-то хулиганства, потому что замечено, Элвис сказал, он одобряет. Он одобряет, сказал, чуваки, давайте, потому что как-то все стало вот как-то так ровненько все. Все когда вроде играют рок, ну как-то оно все, потому мне нет элемента хулиганства. Всегда нужно спеть вовремя, бля, там что-нибудь, бля, будет еще, да, впереди. И сказал Элвис, нет, чувак, одобряю. Сказал, девочка Элвис, а если мы споем там какой-нибудь Марков, одобряю, чувак, будете обсирать там попсу какую-нибудь, я одобряю. Поэтому мы поехали, но это будет классика, сейчас будет классика, вы Джонни Кэш, и мы тоже замахнулись на святое, на Вильяма нашего, так понимаете, Джонни Кэша замахнулись. Мечтал стать алкашом. Потом все пацаны бухали, а он к успеху ушел. У девочек запросы немного посложнее. Одни хотели розы, другие божеле. А толстая Татьяна хотела мужиков. Шалавами все стали, она добилась своего. К высокому детей, а Глеб был рукожопом, о чем не попросил. Но парень стал авангардистом и тратил меньше сил. Мажоры в своих семьях ходят пастов по мотцов, юристов, депутатов, прокуроров и ментов. А Эдик с института уже ходил в гей-бар и был готов стать кандидатом на местных выборах. Этого чувака просто обожаю, просто кайфую, он просто классный, потому что это, конечно же, это, ну, убийца, у него кличка, вы сейчас узнаете эту песню, она называется «В нашем варианте заначка». Мешок с деньгами не поможет тебе, и все равно его отдашь жене. Все авансы и все получки, за копейки, как под каблучки. А вспомни деда или своего батю, или любого из знакомых шанаты, в ладошке ванной.
спрятал деньги хорошо. Но вот беда, забыл, куда за мной колгасы. Почти на дне. Вперед, давай. Я не господин, заначку дай, давай, давай. Заходи, дядя, так сложилось веками. Земля вращается, вода по сорками. А ты боишься взять купюру из пачки. Мужиком сделай заначку. Ура, ура. Так, Тайфович. Ну и опять тогда. Да, ребятки, замахнулись не то, что он пилера нашего Шекспира. Я всегда завидел этому чуваку, ну вот, как он может петь. И потом, ну, я-то ни хера не умею петь, ну почему бы не замахнуться? Не ссы, Колян. Я
кем я учился дома. Случайно бы мы не нашли, я бы, конечно, мог, ну, сказать «наша». Но я честный человек, я честный мужчина, скажу «нет, нет, ничего подобного». Это не наша песня, но она настолько кайфовая. Есть питерская группа «Троллейбус», но судя по тексту, вы сейчас подтвердите, по музыке, я, скорее всего, написал эту песню «Шнур». Но поскольку «Шнур» чувак такой, серьезный, да, а там слова такие не очень, как бы, ну, вот он решил дать этим пацанам песни. Хорошая песня и про парня. Thank you.
Поехала по накатанной. Все эти песни вы знаете, можно пропевать. Поехали. Ну-ка, давай. Да, да. Моя девушка любит шутки, черный причерный сарказм. Моя девушка любит шутки больше, чем струйный оргазм. Моя девушка любит шутки и обожает первый самогон. И когда я крутила, прихожу на свиданку, мы с нею весело пьем. Решился ударом, конечно, нельзя туда, в общем-то, бить.
штаны. Да. Ну да, да, да. Такая песня. Тематика, правильная такая песня, хорошая. Ирландская. Ирландская песня. А я могу пойти выпить. Серьезно? И наливай, кстати. А, это, ты не, не просто так вот налить. Если чего. Просто ты кидал. Чувак сказал вот надзор, оштрафуют тебя, а потом и меня, и на всю деревню позор. Онемел сосед и двинул в сердцах, сразбил Андрею ногой. Ты верно дурак, и пошел в синяках Андрей с пистолями домой. А видишь, там на горе развивается сеть, я и рыбачу всегда. Ты не купи себе, а когда надоест, то возьми динамит. Все знают. Я, кстати, был малой, когда на гитаре учился играть именно с этой песней, естественно. И не говорил, что можно вот так ее повернуть, вот так, в таком ракурсе. И она засияет вообще по-другому, вообще. И, кстати, вот вы заметили, что вот вы сейчас все это услышали и понимаете, что ваша жизнь уже не будет такой, как раньше. Ну, правильно. Серебряный седан к парадной подъезжает. Просроченный кредит придется мне отдать. Коллектор не спешит. Смотрит мне в глаза и руку нажимает. Вернуться бы на год, а лучше бы на два. И может быть тогда, и может ни за что бы долги бы не залез, а не слушал бы тебя. И может быть
Где норковые шубы? Отлично, слава и пыль! Смотри, если пальто уж лучше бы я купил. Пошел на эту штуку, но до этого, когда мы начинали, все народ как бы, ну так, в шутку, как ну так, такой юмор искрометный. Лабутены давай. И мы тут как-то постоянно просят эти лабутены, и мы подумали, ну мы сделаем, конечно. Мы ай, тут, ну, надо... конечно. Ай, пусть ну, сделаем. Ну, ай, решил я снять с Танюхой домашнюю порнуху. С ней было терок много и нервы, как она. Потом пошли Сереге, чтоб поснимать много картину крупным планом на свой фотоаппарат. Нам было жене с порога, находчивый Серега, что я его далекий, нашедший сводный брат. Пока она тупила, мы вышли из квартиры и быстро на машине поехали ко мне. Нам было весело, но тут пришла домой жена. Нам было весело, но тут пришла домой жена. Нам было весело, но тут пришла домой жена. Нам было весело, но тут пришла домой моя жена. Shut up!
Спасибо, девочки и мальчики, спасибо, это были Элвис одобряет. Спасибо всем.